Главной поклонницей бриллиантов в Советском Союзе была дочь генсека ЦК КПСС Галина Брежнева. Покупала она бриллианты не только в магазинах, но и на самих ювелирных фабриках. А иногда, пользуясь своей громкой фамилией, брала драгоценности не за деньги, а под расписку. Потом таких расписок обнаружится на 800 тысяч рублей. Зимой 81 года была ограблена квартира знаменитой дрессировщицы Ирины Бугримовой, у которой похитили большое количество драгоценностей. Продать такую коллекцию в Союзе было невозможно, поэтому во всех аэропортах Москвы были созданы специальные посты. Вскоре в аэропорту был задержан иностранец, пытавшийся провести три крупных бриллианта Бугримовой в подкладке пальто. Задержанный заявил, что наводчиком воров был возлюбленный Галины Брежневой и что кража была совершена по ее просьбе. Тем не менее, в материалах уголовного дела Галина не значилась, а Бориса отправили в тюрьму на 5 лет.